Алисе привезли кровать. Сегодня Алисочка будет одна спать. Всем огромный привет! Сегодня Алисе привезли кровать, стол, шкаф. И Алиса будет сегодня обставлять свою комнату. Ну, папа, конечно, будет помогать, будет все собирать. Два матраса. Ребята, вот этот толстый, это диван будет у нас, нижняя часть. А вот этот тоненький верхний, это второй ярус, чердак. Чердак. Кроватка очень красивая. Как все соберем, мы вам обязательно покажем. Да? Уже убрали парту из Алисиной комнаты. Сейчас мы ее помоем, кому-нибудь отдадим, подарим. Или так, не подарим, а на продадим. Улицу, может. Может, продать хочешь? Продать. А. Она стоит, по-моему, 1030. Новая. Да дорогая парта. Ничего, по-моему. Ну, я точно не помню, сколько стоит, но она дорогая. Ну, ничего нового. Хотя... Она, знаете, какая классная? Она вот так вот поднимается, что? Корректируется под малышек. У кого телефон? Очень классная. Не знаю, у меня не звонит. И еще вот этот шкаф мы убрали из комнаты Алисы. Поставим его у нас вот здесь в зале. И купим к нему дверки прозрачные, потому что этот шкаф идеально сочетается с нашим кухонным гарнитуром. Прям идеально. И по цвету, и по стилю. Папа все заносит. У нас дома небольшой бардак, ребята, потому что все пришлось из Алисиной комнаты выгрузить. Вот у нас здесь чего только нет. Всякие классные штучки, пеналы. Алиса игрушку вчера делала в школе, она вся развалилась. Нужно склеивать. Инструменты. Это, кстати, Алисина сумка для хоккея. Такая вот большая. Вот такую сумку Алиса возит с собой на занятия. Вот папа все заносит. Ой! Молодец. Russian Girl. С кем ты общаешься? Настей. С Мишей? С Настей? Это Russian Girl моя. Привет, Настя. Это Russian Girl. Russian Girl. Все, до свидания, Russian Girl. Пока. Вот так выглядит комната Алисы сейчас. Решили, что кроватку будем ставить, скорее всего, вот здесь. Здесь будет стол ближе к окну, чтобы свет падал хорошо, потому что у Алисы есть небольшие проблемы с глазами. И мы сейчас думаем, куда убрать вот это изголовье. И вот эти вот бабочки висят. Одну бабочку Алиса уже раскрасила. Я хочу эти бабочки все перекрасить в белый цвет. Они такие немножко серые, но я думаю, что будем перекрашивать. Папа сюда все сносит, переносит. Так тебя ударит, осторожно. Не ходи здесь. Вот наша кроватка. Так, Лёша, что я пропылесосю здесь ковер? А, все чисто уже. Молодец. Инструменты уже готовы. И здесь у Алисы склад игрушек. Всяких разных, ребята. И еще маска пришла, мы вам ее еще не показывали. Это маска, которая открывается. У которой открывается рот. Но эту маску, ее нужно... чем-нибудь обшить, обклеить. Вообще классная. Сейчас я Алису попрошу, она вам покажет. Алиса! Покажи, маска, как работает. Сейчас. Мам, подожди, ну подержи тогда камеру. Пойдем на свет, пойдем сюда. Мне мама сказала ее одеть. Она ребятам сейчас покажет, Настя. Настя. Ну-ка. Привет. Скажи привет. Видно. Давай. А. Эй, ты бобер, бобер, бобер. Класс. Супер. Супер. Вот такая кровать, ребята, получилась у Алисы. Она уже обустраивает свое гнездышко. Складывает пижамку. Там у нее котенок сидит. И общается с подругой. Я представляю, если телефон не забрать, наверное, будет всю ночь общаться. Теперь ведь она будет здесь спать. Одна. Да, Лисюш? Mm-hmm. Да. Сейчас покажу вам постельное. Вот такое красивое постельное белье Алисочки застелили. С Колибри. Белая простыночка. И вот такой пододеяльничек. Подушечки красивые. Одну подушечку, дочь, можно вот сюда поставить, если боишься, что выпадешь. Нет, я не боюсь. Не боишься?
И вылетела, да? Так. Так, ну все, давай. 2 минутки еще лежим, потом начинаем готовиться ко сну, хорошо? Угу. Что у тебя там наверху? Мам, тут надо розетку. Ластики, набор ластиков. Мам, тут розетку надо. А я папу попрошу, он тебе сделает удлинитель. И, кстати, там нужно заглушечки поставить. Видишь, вот там вот видно болтики. Где? Да, а да, вон они, вон все лежат, их надо будет вам папа, расставить. Ага, ребят, смотрите, какой бардак у нас в комнате. Сделаешь? Ой, как сложно. Удлинитель папа тебе натянет, Алис. Да, папа сделает тебе удлинитель. Угу. Выведу туда, да и все. Ну что, ты довольна, Алис? Да. Не, ну мне кажется, вообще круто. Нравится? Не, ну мне вот если бы у меня в детстве было вот еще вот с такой ступенькой, я бы, блин, не расставался лет, наверное, ну до 11 бы точно бы спал. Ну вот в своем личном детстве. Сейчас-то дети намного быстрее растут и развиваются. Низ еще не закончили, ребята. Здесь будет диванчик. Завтра продолжим сборку. Еще столик, и еще у Алисы будет шкафчик для личных вещей. Вот здесь вот такой шифонерчик небольшой. Классно. Ну, это для школьной одежды можно его использовать. Он так грамотно сделан. Здесь одежда, ну вот на которой она вешалка. А там что-нибудь прятать. Да, там уже можно что-то, по-моему, там футболки, носки, трусы. Да. Так, вот и смотрите, вот эти лесенка, вот эта лесенка, эти ступеньки очень удобные. Смотри, двери-то с доводчиком все. Да, классно. Но нам тоже нравится. Такая, типа, уйдите, я переписываюсь, уйдите. Мне единственное, что не нравится из этого всего гарнитура, это вот, вот это вот, вот это вот нужно решение. Нужно регулировать. Да, ее даже не видно. Вот мне не нравится. Я буду сюда покупать газ-лифты. Кто спит на двухъярусной кровати или кто хотел бы тоже, чтобы у вас была двухъярусная кровать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Алисы. Ребят, смотрите, как красиво. Алисточка уже переоделась, спускается. Господи, мы включили. Вы хотите прикол? Че? Вот мама только что застелила постель, моя постель через 1 секунду. Да, все уже перевернуто. Короче, ребята, можно камеру я покажу маленький румтушечек? Давай. Итак, это постель. Вот такая вот моя. Показываешь, это вот моя постель, которую я сейчас раздербанила. Это мне попался сканер сюрприза. Сейчас это типа браслет, но он мне не подходит. Смотри, так, я смотрю. Это от кондиционера. Сейчас выключен. Это моя коллекция ластиков. Так. Это кот за 2000. Это мой планшет. Я еще думаю сюда часы положить и телефон, когда буду спать. А тут, может быть, будет некоторая моя одежда лежать, ну или что-нибудь, я не знаю. Там. Что-нибудь из важного, да, Алиса? Ну да, я не знаю вообще, что будет лежать, но сейчас мы спустимся. Давай мне телефон, покажу, как ты спускаешься. Нет, тут... Не, я. Ну дай мне показать со стороны. Ну я хочу, чтобы они почувствовали, как я спускаюсь. Ладно. Так, вот так вот я спускаюсь. Конечно, тут довольно-таки высоко, но тут есть вот такая вот опора и вот такая вот. Сейчас возьму в левую руку телефон. Не закрывай такую камеру. Так вот. О, господи. Вот так вот я спускаюсь. Удобно тебе? Да, еще. Еще вот в такой... ступеньке есть ящичек. Да, очень смотрите. Глубокий. В каждой из вот этих вот трех ступенек, да, вот этой вот. Это, на этой нету, да. В этой она не поднимается, я не могу это. Вот. А это моя временная лампа. Икеа. А может вы поставите ее вот эту вот? Не-не-не, она очень высокая. До завтра-то уж потерпи, завтра на столе она будет стоять. Я не могу, мам, вот просто у меня уже вот шок. Че, нравится? Вот я не могу. Первая твоя комната, да? Я вот просто, понимаешь, я вот не боюсь спать одна, вот самочувствую то, что я буду спать одна. Ой. А вот еще, ребят, я вам хотела показать лайфхак. Как спрятаться от мамы, которая тебя хочет прибить за двойку? Я тебя хоть раз ругала за двойку. Да просто так. Вот так, вот такой вот лайфхак. Ой, господи, только аккуратнее ударитесь об эту. Если вы младше 6 лет, ой, фу, 7 или 8 лет, то вам повезет. Вы будете вот так вот. Там. Смотри, там. Чуть-чуть пониже. Или можно просто сесть на корточки. Но... Итак, вот такой вот размер всего. Если тут упасть, то можно и ножки сломать.
И Сити ни в коем случае не берем наверх, чтобы Сити не прыгала. Только если ее крепко держать, только если крепко держать. Вот сюда вот нельзя, если встаешь, то нельзя так сильно наступать, потому что можно упасть. То есть вы сами видите, что вот тут хотя бы есть маленькая поддержка. Да-да-да. А вот тут уже на краях. А здесь уже, да-да-да-да-да. Вот, видите? Поэтому нежелательно вообще ходить по второму этажу. Вот нежелательно, вот только если проснулся, аккуратно вот так на корточках. Еще что я хочу сказать. Бандер нормально не дует в меня. Ты проверяла уже? Ну да. Включали вы, да? Я только чуть-чуть мурашки по коже пошли, но не сильные. Ну, только если включать, то только если брать... То лучше головой ложиться вот сюда, и все. И все будет хорошо. И ножки укрывать одеялком. Я вот когда была в этом, в комбинезоне, мне стало что-то жарко. Я включила кондиционер. Ну и что хочу вам сказать. Смотрите на мой лайфхак. Не лайфхак, ну короче, совет. Какой ты у меня больная нога? Но, иди. Качелька, 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 качелька. Кровать закреплена к стене, ребят, не бойтесь. Алисочка не упадет. Если выдержала мама... И папа. И папа даже за... И да. я. Да. Все получат. Короче, папа залазил, он выдержал. Он... Сколько ты весишь? 86 килограмм. 86 килограмм. Вот, а она до 100 килограмм. Ничего, нормально. Это Алиса решила, что до 100, да? Нет, она вроде бы реально до 100. Да? Да. Она доставит? Ну да. Всем пока. Всем пока.